Умение идти на проблему. То есть, если она существует, не откладывая на потом. Закатывать рукава и идти. Умение принимать удар на себя. Внутренняя ответственность. Вот, то есть, когда ты понимаешь, что не кто-то там, Владимир Владимирович, либо там американцы с санкциями, либо еще кто-то виноват, а все-таки смотреть на себя самого. Что я могу сделать? Умение тратить себя, как я на мастер-классах говорил, отрывать от себя куски сердца, отдавать своим людям. Умение видеть будущее, ну, то есть представлять себе свое подразделение, либо компанию через 3 года, и вот это вот визуализировать, и четко понимать, как к этому будущему прийти, то есть планы составлять, как к светлому будущему идти. Дисциплина, труд, безусловно, запрос на развитие бесконечное, потому что без этого точно сейчас никак, особенно после Америки мы в этом убедились, что такое бесконечное образование – это тот тренд будущего, потому что ты сейчас специальность получаешь, она уже умирает за эти 5 лет. И ответ на вопрос, не только ответ на вопрос, а даже есть такой вопрос: я работаю, чтобы что? Он должен понимать, чтобы что он работает. Но еще он должен помогать своим людям определяться, чтобы что работают они. Вот, то есть помогать людям определяться с этим, чтобы что. И помогать им переходить на этот новый качественный.